Привет, мир, с вами Playboy Атомный и игрушка Else Heartbreak. Hello, world, here is Comrade Atomny, and today is the game Else Heartbreak. We will continue right now our coding and programming the salary program. Значит, продолжим программировать сегодня программу, связанную с зарплатой, и по просьбам трудящихся, а бомжи тоже будут получать оплату. Да, оказывается, появились люди и говорят, как это так, мы за социализм, вот давайте-ка. Ну, про социализм никто не говорил, но это имеется в виду социализм, да. Что бомжи тоже должны получать заработную плату. Поэтому они должны получать. Хотя, на самом деле, скажу вот из реальной жизни, что многие люди, которые вот реально низкого уровня, они даже, ну то есть безработные, они даже не стараются как-то защитить свои права и получать какие-то выплаты. Я это очень часто вижу, где люди, которые вот получают минимальную заработную плату или меньше, просто сидят, смотрят и без работы и не получают никаких выплат. So I'm talking that in reality I see like many people who doesn't receive any payments, though they officially could do that by the law, they don't use it. It is very often about the homeless people. I don't know why they are doing so, because this is like easy money. They're slow money, but it's still easy, and they do not do anything. Вот. Так, значит, что у нас здесь? У нас здесь вот такая проблема. Значит, нам для начала нужно создать массив. So we are, I am creating like two arrays that I will append people, который равен пустому значению. So I'm creating like two arrays that are that I will append. And what I'm using this for, I want to see if there is any salary. So, what persons have their accounts. Я хочу узнать, какие люди имеют свои счета. Append a so society. Вот так вот это правильно делать. Правильно, я думаю. О, не a society, а a people. Append. Окей. Okay. A people. Отлично. Потом нужен, наверное, еще один цикл, где я буду добавлять accounts. То есть у нас load memory будет. Load memory. Ага. А есть как бы all memory? Has data, может быть. Has memory, это не то. All. Как просмотреть вообще весь этот самый? I don't recall the command to see the all data. Get memories, yeah. Get memories. Get the case of all. Ага, вот у нас, собственно, и все эти будут. Память вся. Отлично. У нас есть где-то ошибка. Время 22. Can't understand what the word append means. How to use this? Array a people. Can't understand the words at the end of this one. Не могу понять смысл слов. Ага.
А как пользоваться этим? Okay, here we have. Oh yeah, append array. A people element. People. И массива, ну, n, скорее всего, вот так вот. Правильно? Can't find variable or function a people. Как это мы не можем найти? A people у меня есть. Append a people, here it is. Вот, собственно, и есть. Может быть, вот так это нужно делать. А, people, давай I, допустим. Создадим еще переменную I. Var I равно 0 в начале. И при каждом проходе I будет увеличиваться на 1. I плюс плюс. Окей. Car? What the fuck? Yeah, like this. Эй, people! Может, нужно, типа, реально эти самые... Вот так вот? Смотрим. Окей. Теперь у нас 22 часа, да? So, the hour is 22. A checking balance for Amanda. No balance. 23. Окей. А значит, 23. Погнали. Итак. Что, добавила? Окей. Is there... No. There's like nothing to append to. Окей. 0 hour. Давай 0 часов. 23. Нет, все еще. Может, где-то здесь я неправильно сделал. Oh, yes, I need to run that program down. Да, я должен запустить эту программу. Окей. Okay. Let's see. Да, все правильно. Но я не могу ничего сделать. И ничего не пишется. Doesn't work. Он работает вообще? Я не вижу, чтобы массив как-то... I don't see that the array is like increasing or something like that at all. Я вообще не вижу работы этого... этого массива. Don't see. Do you see this working? Вы еще видите, чтобы это работало? It helps. Он завис. Почему? Why it doesn't work? Почему он не работает? A people element. Ну окей, n вот так вот. Закрываем, ну буду просто считать. I will count like this. So let's see. It doesn't work again. Он все еще не работает. Okay, maybe I am mistaken. It should be like that.
Maybe like this. No. Не может понять код. Ну давай вот так вот. Can't look up in unidentified array n. Не может посмотреть в неопределенный массив n. Ну отлично, давай запишем первый элемент, допустим там 0. 0, вот так вот, 0. Ну как-то так. Так, а почему он не определен? Он уже определен. Ну вот так вот. Не могу. Why it's not working? Не может понять исходный код. Can't find variable or function. What the hell is going on? Array. Okay, I added the array A people. Oh. Yeah, I people. Like this. People. Yeah? People. А, да, была ошибка, все-таки неправильно написала. This is really hard. Это действительно сложно. Так, а который час? Час 47, значит, 2 нужно, да, уже. That's okay, so there is like second hour. Let's do like this. Okay, wait a little bit. Немного подождем. Let's drink a little bit coffee. Немного кофе выпьем и смотрю. Вот как внимательность мешает. So this is like attention need to be paid in order to make a good programming. Чтобы сделать хорошее программирование. Так. Ну давай, давай Pixie проверим. Нету. Смотрим, прошла ли программа. Ну она вроде прошла, но я что-то не вижу результата. And I don't see the result of the program at all. So here's append array a people, but it doesn't work. Enter name, okay, again. Was it running? Yeah, it was running. Да, она запустилась, но почему-то не добавила никаких данных. So, why it's not appending anything? What is wrong? Я не могу понять, почему не добавляет всего. Get memories doesn't work at all. Okay, let's do that again here. So, let's print. Давайте напечатаем. Get no this text. Get memories. Отлично, напечатаем, взять всю память. А потом уже все остальное. Окей. Okay, so we have Sebastian, Atomny, Georg, Police and Monad. This is all the people that are in the memory. Well, I watched the hard drive of the finance computer and there is more different account there. I can understand. Я смотрел на жесткий диск финансового компьютера, и там больше записей. Здесь у нас 5 человек всего лишь есть. Окей. So why we cannot give a load memory? Why it doesn't add anything? I don't get it. Okay, let's print here. Давай пишем здесь.
Значит, что мы пишем? Society N. Okay, like third hour, I suppose I need to add. Третий час я должен как бы добавить. Что неправильно? Can't look up unidentified SO. Ага, неправильно ввел массив, да? Society. Окей. Так, теперь. И что-то он перегрелся. Can't find the index Frank string in the array. Не может найти Frank в массиве society. Вот это тот же самый глюк, который... This is the glitch that I had when... Well, I'll try to find people. And use the different way to like do this. And I don't get how to do that. It should work like that, that if what I'm doing, I'm adding people to the memory. And it shows again some problem with the Frank. I don't get what problems could it be? Why it doesn't work? Я не понимаю, почему оно не работает. Let it make first fourth hour. Yeah, again, can't find index Frank in the array A society. What index? Какой еще индекс, Фрэнк? Var I. Let's make like this. Давай сделаем вот так. And not var, but number. Давай переведем это все в число number. Отлично. Теперь поехали. Okay. Can't find Frank index in the array A society. I don't give a damn what the problem is. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Какой Фрэнк? Причем здесь Фрэнк вообще? Где я спрашиваю, как его зовут? This is awful. Это ужасно. I need an array of people, and I can't do it. I can't just... I can't append anything. I can't copy the all the people in the game to the to my PC, and then use this in order to make salary for everybody. And I don't get it why it doesn't work. Я вообще не понимаю, почему оно не работает. Что это за херня какая-то выскакивает, блин? Оно должно сработать нормально. Оно должно вот сейчас пройти по всему, в течение вот всего массива iSociety и добавлять новых элементов в массив aPeople. Но оно этого не делает. Как я не запускаю, оно ничего этого не делает. И пишет какую-то херню по поводу Фрэнка. Я серьезно вообще не понимаю, в чем проблема. Я видел, что Владимир Киряков пользуется этой штукой. Ну блин, здесь какая-то херя определенная.
Я не понимаю пока. Мне нужны все имена, но каким образом их достать? И я не могу вывести, понимаете, имя. Я пишу. Print. Напечатайте мне, пожалуйста. Print. Эй. Соцсети. Ай? Напишите мне, пожалуйста, вот конкретно. Вот этот самый элемент массива. Что там за имя? Напишите мне его. Компилирую, и нихера не происходит. Потому что оказывается, что это... Они не могут написать Фрэнка почему-то. Ага, уже 6 час. So it's 6 o'clock right now. I'm anger for a few hours. Я зол в течение ряда часов. And again there is a problem. Let's teleport to police station. Давайте отправимся, телепортируемся в полицейский участок. Какой-то просто идиотизм, блин, дебильный. Я не понимаю, в чем ошибка. Я смотрю на это, и в чем ошибка, блин. Даже вот я сейчас представить себе не могу, в чем ошибка. Let's see how it works. Okay, so it loads all the people in array, and the first people are Frank, and the first who is in array is Frank. И первый, кто в массиве у нас, это Фрэнк. An auto pay. Get user police. Угу. Да, понятно. Значит, print a society VN. Отлично. Можно ли здесь добавить append? Okay, so what I'm doing right now? Print 0 VN a society VN. Не совсем понял. А зачем здесь указывать 0 впереди? Если он и так. Okay, I get it. Значит, я понял. Это добавляет. Нолик впереди текста. I've got it what it does. Я понял, что он делает. Append. Append. Okay. Let's start. Array. A. People. And element. VN. Like this. Yes. And let's do the next thing. Давай попробуем следующую часть. Can I receive that array? Okay. And now I people. People, yeah. Let's try to create that here. This is array. A. People that equals this. Отлично. Смотрим. Так, поехали дальше. Опускаемся, смотрим. Работает ли оно правильно или не работает? Смотрим теперь. And where the array? Why it's fucking not working? Я что-то вообще не понимаю, почему? Какого хера оно не работает? Окей.
Okay, let's try this. A society VN. Давай попробуем вот таким образом. Может, это нужно сюда переносить вот эту переменную. Okay, let's do like that. Давай посмотрим так. And и я думаю, ничего не будет. And I suppose it's nothing again, yeah? Yeah, it's again nothing. Да, ничего не добавляется вообще. What? How to add any element to array? Yeah, I don't get it. Я не понимаю вообще, каким образом написать, ну, то есть добавить что-либо в массив. This is fucking stupid. I don't get it. I'm not smart enough. That's definitely the problem. Я недостаточно умен. Это точно проблема. Ну, то есть, получается же у Владимира как-то это добавлять. А у меня не получается. I don't know why it doesn't work and what I need to do in order to add this thing. So this is episode about my stupidity. Definitely this is episode about my stupidity. Этот эпизод посвящен моему дебилизму. Вот, и умственной отсталости. Потому что я не могу сделать... Я не знаю, как это сделать. Вот я вообще не ебу, каким образом добавлять массив. Я пишу, как оно указано, оно не работает. Я не знаю, в чем... Я дебил. Я реально дебил, блин. Умственно отсталый дегенерат. Какие ко мне вопросы? I am like a idiot. I am like... I cannot program at all. I'm so stupid that I'm a fucking piece of shit. Вот и все. Я просто дебил. Не обращайте на меня внимания. Умственно отсталый дегенерат, который не может пользоваться массивами никаким образом. И элементарной функцией не может воспользоваться. Потому что дебил. Потому что умственно отсталый. Пусть уже так будет, как я целый эпизод, блин, как дегенерат, блин, нихера не могу сделать, блин, умственно отсталый. Вот и все. Я не могу ничего сделать, потому что я дебил. I can't fix that code because I'm an idiot. I can't program normally. And you see right now, I don't want to second time redoing this episode because I give a fuck how to work with this piece of crap. Well, this is not a piece of crap. This is a problem with me because I'm an idiot. Проблема во мне, потому что я идиот. Я идиот умственно отсталый. Я не могу сделать. Okay, so I will try right now to fix another problem instead of this. Я постараюсь сейчас решить другую проблему вместо этого. I have like a problem in the function clear or something. Where is a... where is in proper quotes. Значит, где-то здесь стоит у меня неправильные эти самые кавычки, неправильные расставления эндов. So this is the end of okay. Else no, this is proper. Нет, здесь все правильно. Неправильное расставление эндов. So this I see like a problem. Владимир noted that there is a problem of inappropriate ends. So it's like more ends that it should be.
Значит, больше окончаний, чем должно быть. Select program. Выбор программы. Sin return end. По-моему, это было в этой самой функции как раз возврата return to main. As I remember, this was a problem with the function return to main. Like to main string if else and everything fine. I don't see any problems here. Еще не вижу никаких проблем, то есть все правильно сделано. Floppy reader, is that? Yeah, it's okay. Все нормально. I don't see any problems. Я не вижу здесь никаких проблем. But still I don't get any what I'm doing wrong with the append function. Но я все еще не понимаю, какой дебилизм, почему я такой дебил и не могу нормально работать с функцией добавить в массив. И что вообще со мной не так? So write down, please, what is wrong, what is definitely wrong with me. Or the, you have like a DSM 4 or MKB 10 description of illnesses, and you can write down the psychological disorder or illness that I have and does not allow me to proper program this stuff. В общем, вы можете использовать эти самые кодировки болезней. Существуют две кодировки, MKB-10 и DSM-4. Вот, вы можете использовать их для того, чтобы определить, какие же у меня психические заболевания или расстройства, которые не позволяют мне нормально пользоваться массивами. Я предлагаю, что это легкая степень умственной отсталости, идиотизм. I suppose that is a light stupidity that we call idiotism. This is some special... I am a man with a special needs. В общем, я человек с особыми потребностями, вот. Дебил. Ну же, дебил прощается с вами. So, idiot says you. I'll see you next time.